Утро субботы у работников оздоровительного центра «Дельфин» и фитнеса «Family Wellness» началось с бодрой разминки. Она помогла окончательно проснуться и зарядиться энергией. У нас сегодня праздник. Мы сегодня собрались всем коллективом навести в городе порядок. Но прежде чем навести в городе порядок, мы должны конкретно заняться зарядкой, чтобы укрепить свои мышцы, ну и для того, чтобы чисто и прибрать наш город. Руководитель учреждения, вооружив коллектив метлами и граблями, дал последнее наставление. Берем все инструменты. У каждого есть своя территория, мы разделили уже. И начинаем убирать. Точно, ленинский субботник делаем. Ура! Прекрасная погода и отличное настроение – все способствовало тому, чтобы субботник состоялся как праздник. Ведь это не просто уборка, а проявление любви и заботы к своему родному предприятию. Какое-то позитивное настроение всегда бывает во время субботника. И сегодня мы также вышли всем коллективом, чтобы навести порядок на нашей территории, чтобы наш центр всегда был красивым, чтобы люди всегда к нам приходили и радовались, что у нас чисто, приветливо и хорошо. От призыва поучаствовать в субботнике не отказался никто. Коллектив с энтузиазмом воспринял возможность встретиться и совместно потрудиться. Люди вышли, все те, кому еще вечер на работу надо прийти. Вот. То есть с таким позитивным настроением, при хорошей погоде, ясном небе, вот, мы все очень довольны тем, что собрались сегодня здесь все вместе. Это опять-таки есть повод лишний раз встретиться всем вместе, потому что график сменный, и иногда не попадаем встречаться друг с другом вместе. Надо отметить, что уже после получасовой уборки трудового десанта территория вокруг бассейна была приведена в идеальный порядок. Собрали старую листву, побелели деревья, привели в порядок газоны. Мы вообще убираемся всегда. Без субботника. Всегда должно быть чисто. И это лицо учреждения, двор. Субботник решили закончить совместным обедом на свежем воздухе. Поэтому, пока вывозили последние мешки с мусором, начали жарить шашлыки, которые потом с аппетитом и за веселыми разговорами уминали за обе щеки. Елена Бабина, Евгений Садовский, Елена Кошелева. Видное ТВ.